Максим и Дарья вместе уже больше года. И именно в этот день решили узаконить свои отношения. Как рассказали сами ребята, они чтут традиции. Поэтому, когда в Одинцовском ЗАГСе им предложили поучаствовать в ежегодной областной акции под названием «Поможем природе вместе», они, не раздумывая, согласились. И вот распахнулись двери ЗАГСа, и под марш Мендельсона вошли Максим и Дарья. Регистратор произнесла трогательную речь, и вот они уже муж и жена. Я объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. Сразу после церемонии сотрудники ЗАГСа предложили молодоженам посадить свое семейное дерево. Тем более, что рядом на территории уже есть целая аллея из сосен и елей. Максим и Дарья считают, что областная акция «Поможем природе вместе» полезная, и такую инициативу необходимо поддерживать. В рамках праздника труда Подмосковья и Всероссийского дня посадки леса мы рады участвовать в акции, организованной Главным управлением ЗАГС Московской области. Поможем природе вместе. Мы очень счастливы, что после заключения брака сможем совместно посадить дерево, затем родим ребенка и построим дом. Ну а брачные посадили сосну. Как известно, это дерево – символ жизненной силы и супружеского счастья. Оно будет напоминать о самом главном дне в их жизни. Присоединиться к такой акции другие молодожены могут до середины мая. А уже 12 числа весь регион последует примеру молодых, участвуя в акции «Лес Победы».